Аня Венеция. И мы рады поприветствовать наших гостей. Гэбриэл из Соединенных Штатов и Евгений из Пакистана. И передаю слово Джамшеду Хорикову, который является, с одной стороны, куратором этого проекта, с другой стороны, координатором выставочных проектов культурного центра Бактрии. Надеюсь, что будете активно общаться, у нас получится интересная работа. Будем работать вместе. Занимаюсь граффити. Это является моим хобби, увлечением. И помимо этого, это еще и мой заработок. Основной я занимаюсь художественным оформлением в стиле граффити. Но зачастую приходится делать все, что угодно, но только не граффити. Поэтому я рад такой возможности, то, что я приехал сюда, и надеюсь, здесь получится сделать что-то интересное, что-то свое вместе с вами. Гэбриэл из Нью-Йорка, из Бруклина. I'm an artist by profession, so similar to Evgeny, it's my only form of income is through art. И Гэбриэл является профессиональным художником, как Евгений зарабатывает исключительно искусство. And I also work in sculpture and installation art, so I'm very conscious of this space that I'm creating the artwork in. Он также занимается скульптурой и делает инсталляции, то есть это позволяет развить это ощущение пространства, в котором ты работаешь.